товарищ Елизаров. Ласточкин беспокоит. Слушайте, я понимаю, у нас с вами не заладилось. Вы меня считаете прохиндеем, я вас назвал старой грынзой, но, как говорится, милые бронятся да тешатся, правда? Давайте вы пойдете мне навстречу. На ВДНХ просто обязана быть экспозиция нашего театра с балеринами, макетом сцены, записями выступлений. Театр имени Плесецкой — это жемчужина предприятия 3826, и это знает каждый. Если как-то надо порешать этот вопросик более обстоятельно, скажем, вы уж мне намекните, голубушка, за Стефаном Ласточкиным никогда не заржавеет. Цикл сканирования. Модуль. Конечность. Рука. Правая. Обнаружен. Местонахождение. Этаж. Вавилов. Передача затруднена. Данных нет. Что мешает локализации местоположения модуля на этот раз? К сожалению, здесь я не помогу. На этаже Вавилов сигнал заглушен. Помехой может служить либо экранированная зона, либо находящийся рядом большой длинный аппарат. Большой длинный аппарат настораживает. Да уж, тут действительно есть очень большой объект. И много, сука, моли.
тут делать? Это что, детская игрушка? Это логический ключ. Интересная забава. Для чего она? Судя по всему, для запуска некоего процесса. Твою мать! Храс, это вот этот процесс я только что запустил! Бегите! Куда? Ты что делаешь? Твою душу! Сыченыш железный напугал до нервных колик! Это было близко. Так, ладно, рука у меня. Право и... Пошли искать остальных. Иди, иди сюда. Колоссальные буравы день и ночь вгрызаются в недра нашей страны.
прокладывая тоннели, помогает в поиске ископаемых и изучает тайны природы. Эти устройства не имеют аналогов ни в одной стране мира. Раз. То есть после того, как идея с бета-коннекторами умерла, были сделаны нейроконнекторы с особым видом? К сожалению, да, товарищ майор. Борьба за власть в Кремле не утихает никогда. Партийная верхушка потребовала для себя власти и в коллективе. Ну, все-таки это наше правительство. Мы же СССР. Да. Но коллектив задумался всеобщим для всех людей планеты. А на планете существует не только СССР. Капиталистов и империалистов нельзя пускать. Почему? Весь коллектив задумывался как всепланетное объединение равных друг другу людей. Видимо, коллективы за людей все будут делать роботы, доступные каждому. Конечно, только возможности всех людей сравняются. Капиталистам такая перспектива не понравится. К сожалению, такая перспектива не понравится и другой правящей роботе. Поэтому, чтобы не попасть в кровавое кремлевские жернова, академику Сеченову пришлось свести в коллективе алгоритмы особых полномочий. Понятно. Вы в натуре ебанулись! Так, правая рука есть. Очень.
решен. Выберите желаемое дерево. Почему я не удивлен?
только проснулся, и у меня гениальная идея выставки. Точнее, не выставки, а небольшого, скажем так, аттракциона. Вообразите, гости заходят в темную комнату, берут щебетарь, надевают наушники и слышат что-то вроде... Так, Терешкова, зачитай. Представьте себе, что вы находитесь в чистом поле. Вокруг, вдали, бескрайний лес, от горизонта до горизонта. Неподалеку журчит вода, и вы слышите птиц и собак. Стоп, запись. Вот так женский голос зачитывает это, а вокруг тем временем пчелы, голографии создают видимость описанного пейзажа. Зачем, спросите вы? Если честно, пока не знаю, но идея классная. Так, надо будет только потом объяснить, почему я проснулся рядом с Терешковой. Я спокоен. Я в ресурсе. Село, лес, речка, небо голубое. Это все не мое. Родной! Выключись, выключись! О, располагайтесь. Хотите, я расскажу вам о китах? Хм, простите, что? О китах. Я ихтиолог, китовед. Штатный сотрудник тут, но толку от меня пока мало. Я их очень люблю. Величественные существа. Так вам интересно? Да, давайте. Факт первый. Мы все вышли из воды, как вы знаете. А вот киты оказались умнее и вернулись в нее. 50 с лишним миллионов лет назад они были большими парнокопытными животными, но предпочли воду. Восхитительно, не правда ли? Факт второй. Язык серого кита весит больше 4 тонн. Это примерно как взрослый слон. На нем можно разместить до 50 человек, представляете? Факт третий. Кит слышит не ушами, как мы с вами, а нижней челюстью. Улавливает вибрации, колебания толщи воды. Удивительно! Факт четвертый. Считается, что киты — единственные, кроме людей, млекопитающие, которые поют песни. Такая песня может длиться до 40 минут и содержит целые мотивы и даже жанры. Факт пятый. Кит может погрузиться на глубину до 3.5 километров. Там они плачут слезами из жира, чтобы защитить глаза от соли и давления. Поразительно. Факт шестой. Киты очень плохо видят, не чувствуют запахов, и у них нет чувства вкуса. Я имею в виду в пище. А так, я уверен, они огромные эстеты. Думаю, на сегодня хватит о китах. Я-то могу о них бесконечно говорить. Но не хотел бы тратить ваше время. Ну, спасибо. Очень мило с вашей стороны подумать о моем времени. Ну, как вам будет угодно. Если что, я буду тут, пока музей не закроют. Не могу налюбоваться. Доступ разрешен. Жизнь этого кита перенесена в полимерную форму благодаря таланту советских ученых. Мимикрическая адаптация полимеров стала возможной только благодаря этим невероятным животным. Теперь полимеры могут адаптироваться в теле человека, не вызывая отторжения, и даже формировать поврежденные органы. Исследования еще не закончены. Благодаря таланту советских ученых. Экспонат достойный. Разрешите вопрос, майор? Хотели бы вы в случае гибели продолжить жизнь в альтернативной форме? А почему нет? Как по мне, лучше так, чем в дряхлом теле доживать. А в целом, идея полимерного бессмертия кажется вам допустимой? Сложно. Все равно бессмертными будут сильные мира сего.
А обычные люди обычными и останутся. Вы не блещете оптимизмом, майор. До времена не те. Интересная архивная справка. Этого кита доставил сюда Михаил Штокхаузен, неделю гонявший китобойное судно. Не, не интересно, Крас. Это еще что за дрянь в колбах? Осторожно, это изделие плющ, оно крайне опасно. Я уже видел эту дрянь раньше. И оторванная рука, конечно же, находится именно у него. Почему она просто не может лежать где-нибудь в углу? Скотина полимерная. Надеюсь, из второй колбы другой такой же уродец не вылезет? Согласно моим данным, вторая колба надежно заперта. Вы проникли внутрь ВДНХ, товарищ майор? Государственная комиссия на подлете? Я внутри. Ищу способ запустить режим учений. Выполнение задания осложнено обилием противников. Еще вопросы? Ищите способ быстрее. Не подведите академика Сеченова во второй раз. Мутин. Почему никто не работает?
Так что там с настоящими бета-коннекторами было не так? Так как коллектив изначально планировался без каких-либо особых полномочий, то все в нем должны были быть равны. Это мы уже обсуждали. Зачем тогда вообще понадобились бета-коннекторы? Чтобы уберечь коллектив от непредвиденных угроз со стороны тех, кто может пожелать подчинить его себе. Это же невозможно. В коллективе все равны. А, черт, альфа-коннектор. Именно. Например, группа злоумышленников или некая позиция среди равных могла бы попытаться захватить альфа-коннект. Это могло бы привести... Левая рука. Давай восстанавливайся. Как ты там это делаешь? Мужчина, пожалуйста, помогите! Боюсь, я вам уже и не смогу помочь. Если вы о том, что я убита, то не волнуйтесь. Чего уж тут волноваться? Тогда в чем дело? Понимаете, я экскурсовод. Последний живой. Ох, в смысле не робот. Ох, как же это сложно все. Понимаю. И что? Я проводила такую... торжественную, завершающую экскурсию перед передачей всех функций этим Терешковым. И у меня была группа из студентов. Они прошли полимеризацию и получили поездку на предприятие. Да, не вовремя. Очень-очень не вовремя. Понимаете, я волнуюсь. Они где-то тут, в выставочных помещениях. Может быть, они уже... Слушайте, я понимаю, вам спасаться надо. Но вы, судя по всему, за себя постоять можете. Вы же из службы безопасности, да? Ну, на вроде того. Найдите их, пожалуйста. Когда все началось, они разбежались кто куда. Я не могу это так оставить. Я за них отвечаю головой. Да что ж такое? Ладно, не переживайте. Я попробую их найти. Спасибо. Спасибо огромное. Сообщите мне, как найдете всех, ладно? Там было два парня и две девушки. Я буду здесь. Да уж куда я денусь? Это снова вы? Ну как? Нашли моих подопечных? Да, но не всех. Я сообщу, если найду остальных. Thank you.
хранения данных.